Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Юнит 1. Секция Progress Check. Проверка изученного. Упражнение номер 5 по тексту, который я читала перед выполнением упражнения номер 3. Прочитай предложение. Отметь предложение, которое соответствует тексту, буковкой T, true, и предложение, которое не соответствует тексту, буковкой F, false. Напомню, true – истина, false – ложь. Читаем предложение A. One day little Richard woke up and asked his parents about his past. Однажды маленький Ричард проснулся и спросил у родителей о своем прошлом. False – ложь. B. A science teacher told him about nature, plants and animals. Учитель естественных наук рассказал ему о природе, растениях и животных. True – истина. C. Little Richard cried. The swimming pool is the worst thing in the world. Маленький Ричард закричал. Бассейн – худшая вещь на свете. False – ложь. D. At the weekend, little Richard decided to become an actor. На выходных маленький Ричард решил стать актером. True. Истина. И one evening little Richard was very sad. It's so difficult to make a choice. Однажды вечером маленький Ричард был очень грустен. Так сложно сделать выбор. True. Истина. F. Последнее утверждение. His parents told little Richard that it was too late to make a choice. Родители сказали маленькому Ричарду, что уже слишком поздно делать выбор. Конечно же, false. Упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.